Что делаешь? Окна вытираю. Сколько стоит окна вытирать? А? Сколько стоит окна вытирать? Сколько хочешь. Не, ну сколько? Ты давно работаешь? Сегодня пришел. А что случилось? А тебе деньги нужны? Нет. А для чего работаешь? Не, ну это велик как у него надо. Я же такой же велик хочу. Вот такой? Вот такой хочешь? Нет, такой хочешь? Да. У тебя нету велика? Сколько стоит такой велик? Здравствуйте, ассаламу алейкум. Велик сколько стоит такой? 10. 10 тысяч? 10-15, он сказал. 10-15, а где он продается? Вон там на базарчике. Давай, садись сзади. Зачем? Пойдем велик купим тебе. Пойдем велик, я тебе покупаю, идем. Вот мой сын тоже здесь рядом со мной сидит. Я боюсь. Его возьми с собой, идем с нами. Идем велик купим ему. А где он продается? Здесь в Цумадинском рынке? Где рынки? Да там, на через дорогу? Я просто боюсь, что украдете. Тебя, что ли? Да. Ну давай, ты туда иди, я за тобой иду. Я туда приеду. Подождите, туда сейчас я не туда. Не, это дай сюда ко мне. Ко мне дай это, потом обратно заберешь. Ты мне не веришь, что ли? Тогда просто... Ты думаешь, что я тебя украду? Это же вот же мой сын. Саид, скажи ему, что я его не украду. Не хотела, что это папа. Это я его папа. Он... Садись там, вот стой рядом с нами. Поехали. Я уже сто раз смотрел за ним, он нас не будет. Пойдем, мы купим велосипед тебе и приедем сюда обратно. Не, лучше пешком пойдем. Пешком пойдешь? Молодец. Видишь, никому нельзя доверять, правильно? Давай, короче, мы туда приедем сейчас, вон туда. На базарчик. На базар, не базар, ты знаешь вот этот детский мир? Да. Знаешь? Да, да, да. Пойдем вместе пешком, да, вот машину там оставлю. Есть велики? Пойдем, сейчас назад дам, подожди здесь, сейчас я машину поставлю. Пойдем вместе. Мне тоже купили колеса. Тебе тоже купили? Да? Пойдем ему велик купим, Саид. Он велосипед хочет. Да, Жень? И он работает, он хочет, чтобы он велосипед купил. Идем сюда. А что ты... А тебе мама, папа есть у тебя? А что ты им говорил насчет велосипеда? Мама сказала, что папа купил. Папа не соглашается, он на работе. Да? Ну, у папы, наверное, тоже есть, наверное, дела свои. Ты тоже понять должен его. Я же тебе могу купить, как своему брату, велосипед? А? Могу? Может, только папа. А если это, что я хотел сказать? Что ты хотел сказать? Что, купим ему велосипед? А, ну, купим. Даже? Давай, выходи сейчас, я тоже выходу. Давай. Ты с ним познакомился? Нет. Салам делай. Салам. Я ему дал. Дал салам? Дал. Машина едет. Садим? Да, садим. Тебя как зовут? Меня Адам. Адам, меня Курак зовут. Не это, его Саид зовут. Что, дружить будете? Пойдем, брат. А я же не знаю, где он живет. Потом будете, пойдем. Сейчас самокат тоже купим и потом дружить будете вместе. А? Будешь с ним дружить? Давай сейчас как раз ему купим велосипед и уже да. Вдвоем а покатаемся. Вместе покатаетесь, даже? Да, ты что ему говоришь? Что? Ты ему сейчас что сказал? Ничего. Ты слово даешь, что мы его не украдем? Ага. А? Ага. Ты что думаешь, он что реально думает, что мы украдем его, да, Саид? Ты думаешь, мы украдем тебя? Да? Саид, что он говорит, Саид? Пойдем, Саид, что там? Просто мне мама, я и тетя рассказала, что по городу едет машина, которая ворует детей. Да, ворует. Пойдем. Сюда остаться, из машины сойдем.
что мы с тобой пошли. Анка. Сон? Да, сон. Ты не веришь, что ли? Видишь, что это день настал, и он пошел за велосипедом. Сай, давай, щипни его. Укуси меня, пчела. Проснись. Больно? Не больно? Да. А ну, ты не веришь, что ты велосипед купишь? Ты машину ему стукла, а теперь у тебя есть велосипед. Еще деньги. Еще заслужил. Еще деньги, да? Еще деньги есть и бесплатно. А, это значит, Аллах объяснил, да? Ну да, Всевышний Аллах видишь, тебя любит. Ты, ну, папа, ты хочешь, да. А я всего лишь создал. Никто не соглашается окна мыть. Ну, ничего страшного, зато видишь, ты окна мыть решил, и тебе это сделали. Велосипед тебе Всевышний. Я двух мальчиков увидел и сам тоже решила. А если я помою, я смогу велосипед купить, вдруг у меня тоже будут деньги, я смогу скоростной велик купить. Ну вот, видишь, сейчас у тебя есть велосипед. Когда бесплатно получил велосипед одного, папа, и деньги у тебя за окна. Сай, нормально, да, он сегодня день, он фартануло, да? Фартануло. Тебя тоже фартануло сильнее. Почему? Тебя тоже самокат купил. Ну да, один я потерял. Так, ага, такой же. Сейчас смешную историю расскажу. Ты как будто сейчас скажешь, это, что тебе тоже повезло день. Что у тебя тоже хороший день сегодня. Ты ему такой, как будто говоришь, я тебе куплю. Яблоко. А ты не верил, да, когда тебе сказал, велосипед пойдем купим тебе? Ты не верил, да, когда тебе сказал, пойдем велосипед купим? Нет? А что ты думал, тебе украсть хочу, да? Да? Конечно, не пойдет. Сай, он думал, что украсть. Если он даже мой папа был, он меня уже давно украл. Да, я его сколько раз воровал, Сай, это без толку воровать, да, Сай? Не воровал ты меня, нет. Не воровал? Нет. Родили? А? Родили, да. Кто? Его родили, да. Да? Как еще я мог пробиться? Сай, тебя родили или ты как ты появился? Под землей. Под землей. А ты наверху появился. Вуаля. И упал. Ты намаз делаешь? Я не умею еще и намаз делать. Почему? Я, ну, мама не отдает нам намаз. Когда делают папа намаз, ты должен делать. Я не умею, я только другие знаю слова. Да? Ты намаз делаешь вместе? Я умею намаз делать. Где? В мечети. А где мечеть? Ну, там поедем, мечеть намазила. Я ехать не хочу. Не хочешь? Боишься? Mm-hmm. Он на сайт нас боится, сайт, ты понимаешь, да? Нас все боятся. Нас кряги туда станется. Ну, давай, давай, один крюк. Я туда станется завтра. Можно тоже? Крюк, что ли? Крюк. Да, подожди, да, один крюк сделай. Можно? Да, давай, снимай, снимай. Давай, один крюк сделай. Не, вот туда можно доехать. Да, и обратно, да, приезжай. Посмотрим, что вы там. Сюда приезжай потом. Только не ломай велосипед. Тормоза знаешь как? Очень легко. Давай обратно. Проверь, брат, дошли ли мне? Посмотри. Отправил тебя. Да. Смотри. О, не видится. Вот твой самокат. Что там, вели как вообще? Что можешь сказать? Нормально. Давай один круг, Саид. Давай вместе. Давай, вот здесь, вот здесь. Эй, вот здесь, Саид. Там сделай, покатайся. Платно, платно, ты че? Сниму, да. Малик. Что за такое? Это чуча. А вы за сколько купили? Малик. Алейкум салам. Чуча сколько стоит? 300 тысяч. А? Да, Дагестан больше нигде не одеться. Да? А вы что? Да, я дрянь его одел. А вот так вот. Не трогай заход, не трогай. Да, ты что, это нормально, симпатичный. Что? Не трогай заход нельзя. Заход нельзя, Саня. Это кто? Валёк? Обезьяна! Да. Обезьяна, чуть-чуть. Чему хулюси? Саня, что там? Что он огрызается? А я кусаю. Откуда вели? Купили. Да. О, пацан стекло чистил и велик получил. Бесплатно. Дай мне. Дай ей. А что она кусает меня? Его надо, а она тоже почему? А, что в этом? На.
Спасибо большое. Давай, брат, тебе счастливо. Было приятно познакомиться. Да? Что все твои мечты сбылись. Одна мечта сбылась твоя? Да. А? Да. Давай, аккуратно езжай.